Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. Готов потерять там тех, кого ты раньше считал какой-то степени. Ну, основная масса друзей искренне рады за мои успехи. Я сегодня с товарищем своим, это 20 лет мы это дружим, общаемся. Он аж бедный прослезился, но он не прослезился не от счастья, а то, что его друг Слава, которого он никогда серьезно не воспринимал и весело хихикал, он видит, какими он семимильными шагами идет по тем вопросам, которые появляются в интернете. То есть он не смог выдержать это, мой прорыв. Вот. А основная масса друзей, наоборот, они настолько активировались. Вот один, и то, он как бы, он не то, что негативно, он просто растерялся. То, что он никогда за 20 лет хихикал своим знакомым, говорил слово «чудик», то сейчас он видит, что чудачество, оно имеет реальную подоплеку и не фантазии, и тяжело ему. Причем я начал встречать, вот сегодня, у меня тут аж, помните, случай был, ну не все видели, я выложил ролик, у меня боль такая сильна была зубами, я написал обращение: «Люди добрые, помогите, кто с Харькова, если есть дантисты в онлайне, приедьте, спасите». Мне за дня до этого вырвали зуб, и пошло сильное осложнение. У меня первый тест из-за этого умер. Вот, и я послал сообщение, мне начали на мобилку звонить, скайп, короче. И появился такой хороший человечище с большой буквы «Ч». Вот, и Саша взял, говорит: «Твой адрес». Я ему сказал, там, он приехал, отвез меня на машине, порешал все вопросы. И вот это он возился с моим зубом, то есть фактически... Если бы промедление было подобно, то там бы это было загноение пошло. А вообще этот пример я вообще привел... Подожди, для... А, вот, кстати, мы с ним собираемся вот эти теперь клеить, вот эти рекламы, то, что я рассказывал. Он везет меня домой, я говорю: ты меня высади на дворце спорта, я хочу прогуляться здесь. Я 12 лет проработал, здесь много моих знакомых. Я встречал людей, которых не видел... По 10, по 15 лет, вот случайно, вот иду, там по 100-метровке, там или в метро, так это ж надо было четко посередине вагона стать, и вышел человек, Вова, которого 15 лет не видел. Потом добрые, божевильные люди активировались, сейчас меня, ну знаете, их в народе называют юродивыми, они сейчас как на меня на магнит, то есть, во-первых, мои старые поактивировались, но они меня всегда положительно ко мне относились, что я их никогда не высмеивал, над ними не смеялся, то что они, ну, немножко с отклонениями. Вот, сегодня одного по району водил, мороженым закармливал. Вот это. То есть, людей начал много встречать из своих предыдущих, так сказать, лет в большом количестве, за малый срок. А, вопрос такой. А вот ты говорил, посещал соседние соты. Каким образом? Надеюсь, все в онлайне я начинал. Значит, это была экскурсия, это к Левашову. Беседа длилась 5 минут. И он, скорее всего, облачил ту голограмму, которую я привык видеть. Потому что, наверное, скорее всего, он на самом деле уже выглядел стройным юным. Но он все-таки нацепил вот эту одежду, голографическую балахон, чтобы я его узнал. Значит, это было молниеносно. То есть я когда узнал, что Левашов ушел в мир иной, я очень долго мучился, что я не смог с ним поговорить. И это произошло, как это... В мгновение ока, если это представить по нашим современным меркам, вот представьте, такая труба стеклянная, и в трубе шарик, и вот этот шарик нагнетают воздухом сильным, и ты этот шарик несешься по этой трубе там на выход. А по бокам этой стеклянной трубы, естественно, обзор идет. Вот я вот попал в некую такую, вот «Алиса в стране чудес», кстати, вот такую трубу попала, и попала в соседнюю ячейку. Вот я попал... Можно ее назвать и кротовая нора, и кроличья нора. Вот я был, моя сущность запихована в эту стеклянную трубу, прогнана через десятка-два ячеек, попал в ту ячейку, где Левашов шарится. Типичная славянская местность, березки, чистое поле, голубое небо, солнце. Он одет в таком белом, знаете, как назовем его, балахон, ну по типу, короче. И он стоит... Улыбается от него такой свет, как вот он на картинах идет, это рисует. Улыбается, говорит: «Как звать?» Я растерялся. Как вот он любил про Вячеслава рассказать. Вячеслав, говорит, Славик, значит, садись. И появляется сзади него такая длинная скамейка, которая в воздухе висит. Причем скамейка это, как я понял, несколько километров идет. И он
Получается, сейчас я зеркально посмотрю так. Он садится, если я на него смотрю, он с левой стороны. А если я уже сел на скамейку, он справа. Вот он сел. Справа от него село много людей на эту скамейку. Тоже вот такие, чисто как славянская общепринятая вот эта одежда, да. И по мою левую руку тоже сели. И он так ладошками по коленкам хлопнул так. Ну, Слава, рассказывай. И я начал это вещать. Где-то 3 минуты вещал, что у нас тут происходит. Но потом, видно, экскурсия сильно затянулась, и меня сюда обратно это загнали. Ну, кто кому тяжело воспринимать, пускай это будет мой сон. Это был один раз? Да, один. И луна у меня один раз была, и вот эта экскурсия один раз. Слав, а когда вот ты после таких путешествий вот входишь обратно в свое тело, ты сразу можешь функционировать, или у тебя есть какое-то время, там несколько секунд, когда ты, допустим, не можешь открыть глаза? Так, если бы это была система, Ром, а так как это было всего 2 раза, то, честно говорю, я не помню. Вообще не помню. Вот луна один раз и другой чайку один раз. Все. И поэтому как я входил в тело, болезненно, не болезненно, не знаю, потому что у меня периодически мучает гипотония, поэтому неизвестно, голова болела от того, что тело покинуло, или потому что оно у меня всегда болит, и мне приходится цитрамон есть. Пониженное давление. То просто сталкивался несколько раз с таким состоянием, когда, допустим, днем ложишься отдохнуть, и куда-то улетаешь, и прям я отчетливо могу писать, где я, что я делаю, где я нахожусь, но это как бы мир не наш, а он как будто он вот слоями идет, то есть все происходит как-то одновременно слоями и разные события, но когда меня обратно засовывают в тело, я еще несколько секунд, я не могу пошевелиться, открыть глаза, у меня вот такой гул сильный в ушах, и прям вот как будто на грани. Я понял. Таких людей, как ты, сталкиваются ежесуточно, постоянно, их много, но у меня такого не бывает. Хотя я прекрасно знаю, о чем ты рассказываешь, и для некоторых это вообще... Некоторые насильно симулируют это, называют это выход в астрал и еще куда-то выход. Но насильно я против этого. Если самопроизвольно получается, замечательно. Просто фишка-то в чем? Самая большая польза для тела. На самом деле мы постоянно шаримся, покидаем, только не все это помнят, мозг не фиксирует. Просто это как для компьютера спящий режим. Момент того, когда ты очки эти снял, они как бы охлаждаются, да? И ты в своей сущности оригинальной. Не, я вот это тоже... Не, в сущности не. Были случаи, когда я ходил, меня люди не видели, а видели только кошки и собаки и гавкали. И хозяйка стоит. Ты на кого гавкаешь это? А я смотрю, думаю, неужели ты меня не видишь? Я стою напротив тебя, а собака аж прям, ну, кошки и собаки, что знаете, у них сенсорика какая. На кого ты гавкаешь? То есть это... И летаю до сих пор, вот уже больше 40 лет я до сих пор летаю. Говорят, в детстве только летают, я до сих пор летаю. Летаешь во сне или наяву? Ну, во сне. А в реале можно подняться? Ну, как свой рот левитировать? Думаю, запросто. Отличный пример. Женщина в 4 годика заснула летаргическим сном. Где-то есть видео. И 30 лет проспала. Когда проснулась, во-первых, у нее речь осталась, как у 4-летней девочки. И она, когда по другим ячейкам гуляла, она говорит, вот это все, когда прилетела сюда обратно в тело, вот это пугало людей, пугало. Вот это сквозь стены проходило, по воздуху ходило. Люди над меня шарахались. Но потом у меня эти способности куда-то пропали. То есть, как бы, привыкла там спокойно гулять, а здесь уже в земное тело где-то неделю привыкал к нашей оболочке, то есть, против всех законов физики, гуляла сквозь стены и по воздуху. Ну вот по поводу сквозь стены, у меня вот лет, по-моему, 6 или 7 назад был такой странный опыт. Ощущение, как будто вот в зеркало зашел. Ну, как бы, своего рода погрузился, что в зеркало, не знаю, ну, то есть, сквозь стену своего рода. Именно зеркало. Смотрите, в двух словах, даже наша ячейка, это вот Кунгуров постоянно со мной воюет. Хотя я не отрицаю, я знаю, что я тему параллельных миров не затрагиваю. Но если в двух словах ее затронуть,
Вот это же как раз это и есть. То есть в нашей соте миллионы сот, а в этих сотах еще миллионы сот. И так я не знаю, куда можно идти, вниз или вверх. Поэтому в основном, как говорит этот Виталий Сундаков, в основном бывает по-разному. То есть все может быть и так, и так, и так. Мы смотрим на мир либо право, либо лево, либо черно, либо бело, либо хорошо, либо плохо. Я вот сегодня приколол это своего товарища Сашу, говорю, вот знаешь, говорю, игру Morrowind, вот знаешь, сколько в ней уровней сложности? Ну, мы привыкли в играх, там три уровня сложности, тяжелая, средняя и легкая. Есть пять, да, там очень легкая, легкая, средняя, тяжелая, очень тяжелая. Есть семь, есть девять. Так вот, в игре Morrowind, это, наверное, единственная в мире игра, где 200 уровней сложности. Это я привел к тому, что 200 вариантов существует, они визуально очень похожи, мир тот же самый, только сложности разные. Вот и все. Уровень сложности игры. Поэтому ты можешь выйти и туда, и сюда, только... Это может... Согласен с этим, что по мере того, как ты изменяешься, стремительно меняется... пространство вокруг тебя, и люди меняются. Ну вот тоже этот Саша Александр хороший мне вопрос задал вчера, говорит, Слав, скажи, а судьба или мы что-то можем менять? Я опять же привел на примере компьютерной игры. Вот говорю, вот представляешь, ты попадаешь, вот наша ячейка, это назовем условно компьютерная игра. В ней определенные есть правила. Вот как ты персонажем попадаешь в этот мир, у этого мира есть определенные правила. То есть, если там скрипты не прописаны, что ты можешь летать, левитировать или там сквозь стены проходить, то ты в этой игре не будешь проходить сквозь стены, разве что читерить. Но развиваться ты можешь. То есть, есть правила мира, которые менять можно, но сложно. А есть персонально перед каждой сущностью это задача. Наработка навыков, скиллов, и попадая в этот мир, мы просто развиваемся, совершенствуемся в рамках этого мира. Иногда, конечно, читеры доходят до того, что пробивают купол наш этот, и вода льется, и они хихикают весело, а людей затапливают. Тут же бывает, знаете, какая еще в нашей ячейке происходила? Это то, что темные против нас воюют, это еще полбеды. Тут бывают баталии такие разворачиваются. С одной ячейки прилетели сюда одни засранцы, а с другой другие. И начинают между собой тут колбаситься, а на жителей на нас это сыпется. Это хорошо, если я не ошибаюсь, описано в Махабхарате и в Рамаяме, когда вот такие это, чудики воевали, а под ними города просто в пепел превращали. Им по барабану. Это знаете, как получается? Вот вы пришли, и муравьи бегают, и вы там с противником там спаррингуетесь, да, там, а в этот момент у себя под ногами давите это муравьев. Вот так и самое было в нашей ячейке не раз, когда абсолютно левые устраивали тут баталии. Слава, а по твоему мнению, вот мы застанем то время, когда распространение такого рода информации будет недоступно? А, недоступно? Да, что... Я думал, что... когда больше узнаю... А, нет. Или все же не так все... Не такой уж плохой прогноз. В основном бывает по-разному. Я, когда говорил, я дакал, я имел в виду, что о том вопросе, который мы сейчас небольшим теплым кругом обсуждаем в скайпе, узнает больше людей. Вот это я дакал. А что нас порежут или нет, это зависит от того, насколько... Вот почему трудно легко стравливать? Вот представьте, да, я не хочу конкретно сейчас называть эти в кавычках страны и национальности, буду брать красные и черные. Или не так, нет. Возьму два племени индейцев краснокожих. Вот пошли темные, ну я же говорил, в одно племя, и говорят, это ваши враги, команчи, а ваши там это, враги там эти, как магикане, да? И стравили. Но если бы краснокожие знали, что это братья, и темные просто сознательно их стравливают, они бы не поднимали против друг оружия. Ведь те, кто нас защищает в наших концлагерях, те нас и, как говорится, и уничтожают. Вот. А если наши надзиратели будут, они же нашего, как говорится, рода, знать, что они не имеют права этого делать, как помните, было в Новочеркасске в 67-м году, когда демонстрация пошла, и это при Хрущеве, по-моему, и их с автоматов начали людей расстреливать. Это не слышали за это, не? В 67-м году, по-моему, на Новочеркасске. Вот. Если бы солдаты знали, что этого делать нельзя, они бы не подняли оружие на своих братьев.
Распространение информации. Чем быстрее, почему я хочу создать компьютерную игру, это максимально быстрый способ охватить как можно больше умы. Даже, опять же, вернусь к Юре, даже если он как допускает, что это фантазер, эти фантазии, хотя они ничего не имеют общего с фантазиями, я уверяю, придумать, как бы я сильно бы не хотел бы, невозможно. Очень. Человек вообще не в состоянии ничего придумать. Это заблуждение, что мысли рождаются в голове. Мысли закачиваются уже в готовом виде в нашу голову. То есть информация. Кто больше, у кого драйверами это хорошо работает, у кого меньше. То есть придумать что-то крайне сложно. Когда мне присылают сейчас фотографии, говорят, этот человек был на Луне, или эта девушка была на Луне, или там. Я говорю, если человек говорит, что он был на Луне, то в 99% и 9 случаях он не врет, потому что люди в основном такое не придумывают. Люди вообще ничего не могут придумать. Люди всегда рассказывают то, что есть. Не хватает просто банально образов. Да, вот мне ж, как я сколько мучился, вот это 7 лет я слушал лекции, как я говорю, по 6, по 8, иногда по 14 часов каждый день. То есть мне надо было перевести на наш ячеечный язык те знания, которые, а терминов не было. Ну вот представьте, да, сотый мой раз пример, привезите компьютер какой-нибудь к неграм в Африку там к этим и покажите, и попробуйте, чтобы он сказал, что это. Вот я вот, допустим, тоже, к примеру, видел знания, получал знания, но у меня не хватало терминов. Ну, я вижу, допустим, что это компьютер. А слово, а где? И мне пришлось бы вам бы говорить. Вот представляете, там вот такой, допустим, железненький такой квадратик, а вот в этот железненький квадратик можно это там запихивать там такую серебряную грамоту. Ну вот, ну это очень примитивно, но сам смысл. То есть мне было тяжело перевести на нас. Причем я очень много мучился, вот у меня рукописи сейчас я найду, они что ей реально написаны. Я в одном ролике, кстати, их на камеру заснял. Я, может быть, даже когда-нибудь зачитаю, но, в принципе, их не принципиально читать, потому что я уже многое так озвучил, но я только вступление, предисловие. А, кто-то скажет, ты вчера это написал. Есть специальные экспертизы, можно даже обыкновенные, назовем, полицейские, милиционеры, могут взять чернила на анализ, это, по-моему, вы тоже прекрасно знаете, и определить, когда эти чернила были написаны. Но даже и без анализа страницы настолько выцвели. Так, значит, смотрите, этой книгой я отвечаю на все вопросы, которые есть, которые появятся, вопросы, которые интересуют, интересовали, интересуют человечество с его появления. Сегодня 21.07.1995 год. Я все понял. Так как вопросов много, я отвечу на главные. Для остальных же вопросов с помощью этой книги я привожу формулу, с помощью которой читатель сможет ответить на любой интересующий его вопрос самостоятельно. Сразу делаем вывод. С помощью этой формулы я объединяю все вопросы в один ответ. Ну и дальше там вопросы перечисляю, как и откуда, почему появился человек, ну и описываю там. Существует ли Бог, существует ли дьявол, существует ли рад, существует ли ад, что такое загробная жизнь, существует ли инопланетяне, почему человек рождается, почему умирает, почему идет на самоубийство, существует ли душа, что такое сон, как рождается гений, что такое любовь, как рождаются предсказатели, как и откуда, почему появился человек. И там уже подробно расписываю. Это я писал, когда мне было 19 лет. Я жил в Хабаровский край, Николаевский район, Многовершинный поселок. Я пришел после смены, не уставший, потому что я еще умудрялся после смены забоя идти в тренажерный зал и еще там 2-3 часа это упражняться. Ну, заводы форму растерял и классический сейчас. Классический человек. Вот. И я быстро схватил ручку, когда вот это все пошло. Я начал быстренько все это записывать. Записывал, 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 записывал. Вот. И то, что вы в моих роликах слышите, это часть вот этих рукописей. Кто-то скажет фантазия. Ну, шикарная фантазия. Скажут, блин, вот хитрый придумал. Ну, благо, что эти тетради сохранились, этого
в принципе, вполне достаточно. Дело в том, что когда мы выезжали из квартиры, покидали этот поселок, и я возвращался со своей женой в родной город Харьков, кстати, откуда мы вдвоем и приехали, я в 19 лет женился, Ирине 16 было. Так вот, во-первых, я предполагал, что нашу квартиру ограбят, и мне тогда, помню, была наличность с собой постоянно. Я боялся деньги дома оставлять, в банк ложить. У меня, я не помню сейчас на доллары как перевести, но в 95-м году это что-то было порядка то ли 12 миллионов рублей. Ну, как-то так, короче. Я сейчас не знаю, сколько это долларов. Ну, может, ну пускай будет 5 тысяч долларов. Я чувствовал, что квартиру нашу обворуют, поэтому деньги постоянно до отъезда носил с собой. Много случаев было. Я потом, а может, сейчас расскажу, как люди не выезжали из поселка, их просто тела в тайге находили. И денег, естественно, не было с собой. Ну, это я потом расскажу. Ну, там, где я работал, золото добывали. Там людей убивали практически каждый день. И когда зимой прекратили убивать, я говорю, зимой у вас перемирие. Она говорит, весна придет, увидишь, сколько подснежников по поселку. Это страшно, конечно, я вообще не знаю. Я думал, в ад попал. Вот. Поножовщина постоянно, там, психованный народ сразу за нож хватается. Перед отъездом. И вот эта долбаная сумка, вот хорошо, что я эти тетради положил, как говорится, в первую сумку. Я решил на утро перенести, но утро уже было слишком поздно. Когда мы пришли с Ириной забрать остатки, вынесли полностью вплоть до зубных щеток. То есть уже квартира была полностью пустая. Вот, поэтому людей там, конечно, да. Сейчас я даже, может, скину в Википедии, найду, где я жил. Смысл попадания в нашу ячейку? Отработка качеств, эмоций? Все сразу. Что именно? Все сразу? Да. То есть если мы как бы пережили определенные качества и эмоции, то есть по сути мы скидываем нашу оболочку и как бы уходим дальше либо вверх, либо вниз. Я правильно понимаю? Совершенно верно. То есть смотри, если допустим, ну, у нас же как бы всегда бывало, что там, хорошие люди якобы уходят рано, да? То есть они, получается, отработали все свои... Все, что должны они отработать здесь, и, соответственно, ушли. А те, кто живут здесь долго, то есть, по сути, получается, что они никак не могут отработать. Это темные придумали, это абсолютно не соответствует истине. Рано уходят и хорошие, и плохие. И наоборот. Поздно уходят их... Ну, смотри, хорошие люди, ты говоришь, уходят рано. А я говорю, что в процентном соотношении, которое мне известно, плохие люди уходят... рано. Их больше в процентном соотношении. Просто эту статистику... Чтобы они еще больше не нагадили. Да, да, да. Эту статистику просто никто не ведет. Вот это же меня один друг повез, чтобы я карточку приватбанка получать, а я в банке случайно вывел всю аппаратуру. Я сам когда-то хихикал, когда там женщина, там, ну, скажем, ну, типа познакомился, которая в аэропорту все обесточила. А когда я сам вырубил это, у них это весь компьютер, короче, это, и Саше рассказываю, он говорит, да ладно, говорит, давай свой паспорт, я пойду в офис это там, от ксерю. И он прибегает в шоке, говорит, что ты за человек, говорит, у нас ксерокс никогда не ломался, пришлось мастера, короче, разобрал он все, потому что сломался ксерокс, невозможно было отксерить. А к чему это я? А, к наработке качества. Чего вы? Что-то я вечно, не обижайтесь на меня, меня иногда как заносит, я не помню, с чего я начинал, к чему это рассказываю. Чего-то какое-то... Кстати, насчет поломки технических оборудований, это интересно, что ты рассказал, потому что у меня буквально на днях, то есть чипотизация тут уже есть, и у меня чип не работает никогда. Я ходил менять карту в банк, то есть и на новой карте такая же история. Со временем чип просто перестает работать. Вот, Ром, я одной девушке слово в слово пытался объяснить. А, все пропало, помогите, Слава, нас будут чипировать. Я говорю, как же ее, Галина. Первое, люди с сенсорикой будут их выводить из строя. А второе, появятся хакеры, которые, славяне, которые просто будут уничтожать эту чипизацию. И она успокоилась. Я считаю, что... Так плохо все не будет. Всегда вот есть какой-то баланс, и все же не все потеряно. Да. По поводу, вот сейчас услышал, тоже интересный тоже опыт такой, то, что техника как бы ломается периодически, там, если испытываешь определенные эмоции, то вокруг тебя может как останавливаться техника, так и наоборот работать. У меня был момент, что там, в течение года я просто проходил, ну, то есть с работы возвращался, и вечером
И через одно и то же, ну, через один и тот же промежуток, ну, точнее, через одно и то же место проходил, и там стоял стол. Он никогда не горел. И когда я проходил вечером, то есть ночью, там уже как бы часов 10, 11, уже как бы темно на улице, я всегда мимо него проходил, и до того, как я подхожу к нему, всегда загорелась лампочка. Сидишь просто улыбаешься и как бы понимаешь, вроде как бы, может быть, я виноват, может быть, я виноват. Забавно. Я вот этот случай, это с Сашиной этой машиной, больше, наверное, на совпадение перейду. Говорит, нифига себе, а это же с людьми можешь так же. Я говорю, могу, но с техникой намного проще. Он говорит, почему? Да потому что люди, большой фактор, и лярвы, и еще куча всего. С техникой проще работать, потому что она это, ну, примитивная по сравнению с человеком. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.